А, вот и Сигма. О, Флора, вот ты где? Я на себе. Сквидвард Пайн. Я надеюсь, ты обдумал мое предложение. Я уверен, что ты хочешь вернуться к своей кайдерновской семье. В конце концов, ты же Кайдрен. Я знаю, что Кайдрен должны хотеть жить с другим Кайдрен. Давай, Андрей. Нет, ты тоже скажи, подожди. Подожди, ты куда? Нет! Не плачь, Андрей! Ты что-то не так сказала? Так я в роль вошел. Эй, смотри, ку-ку-ку, Флора, Флора, что случилось? Почему я кайдер? Вот и кайдер. Погодите, что у него на шляпе? Где вторая? Блин, не канон. У него котел, блядь, на шляпе. Эй, Флора. Ну же, успокойся. Сиварка. Сиварка. Убейся. Все будет плохо. Я полагаю. Я уверен. Ты это отвергаешь? Я прочитал. Музыка на фоне дополняется. Я прочитал, блядь. Сука, на слез. Не плачь. Андрей, ты слишком в роль вошел. Почему не нормальная женщина? Я просто хочу, чтобы она тоже была нормальной. Вот до Сигма. Я ждал этого момента. Флора, послушай меня внимательно. Ты та, кто ты есть. И ты никогда не сможешь это изменить. Не будешь М, вот и Сигма. М, вот и Сигма. Шкибидерис, Огайо. Мы оба покрыты мехом, и мы оба фури в подгузниках. Мы выглядели так, как люди. Почему у него подгузник на голове? Но внутри мы все еще люди. Мигранты чертовы. Если Трейс не видит этого, может, он в тебе не интересуется. Может, ты прав. Нет, нет. Трейс, он принял тебя. Ты должна быть сильная. Сама избавиться от тебя. Трейс, это его вина. Трейс, ну, это хуйня. Нейтраль. Она владела флорой и управляет ее разумом. Ничего. Сука, чем подавился гнида? Слава богу. Эй, гнида. Крэп, это кажется знакомым, помнишь? Если ты чем-то только был вырубил. Не задохнись там. Было сделать Флору и меня врагами? Мы уже и так были врагами. Блять, я еще и пакетик в чай уронил. Нет, пожалуйста, не заставляй меня снова видеть это. Я не ханю. Я не ханю. Это не смешно. Я не милашка. Я позволил ей. Не беспокойся, дура. В этот раз я здесь, чтобы помочь. Так ты хочешь родиться с Богом? Я согласна. Скидыш. Так верни го, кузен. Тон-тон-тон-тон. Я не могу с этого звука. Бэ-бэ-бэ-бэ.
У меня уже голова кружится. Сейчас сердце выпрыгнет. Бадабиг бадабум. Че это было? Я назову, что это вот ИП. Молодость. Все кончено. Ой-ой-ой. Да блин, надо было вовремя озвучивать Флору. Объективно. И это самое главное, моя миссия выполнена. Я верну Флору домашно. Обратно. Блять, да. Сука. Обратно домой сотру я память. Он тут пилет. Я и не мог, в принципе, принцип может быть такой приятный. Да, почему меня должна волновать Флора? What a shame. Короче, нам больше мне нужна музыка из Спанч Боба, потому что теперь я персональный джукбокс. Да. Здравствуйте. Что происходит? Присоединяйтесь к чтению, Да, здравствуйте. О, вы тут читаете базу? В смысле, голос изменился? Прошу прощения, я вас чуть-чуть перепутал. Присоединяйтесь к чтению. Угу. Какую роль вы мне даете? Ну тут нету ни Сола Гудмана, ни смешариков, так что, видимо, нет. Сейчас все будет. Не надо. Пожалуйста. Что это такое? Какой фонг? Все. Мячи пять, а все. Так, ну пускай у нас этот Андермакс будет это, этого. Как... Я не умею читать, алло, умники. Научишься? Нет. А в 10-сад ты зачем ходил? Тогда уходи отсюда. Ладно. Вы меня булите, суки. Мне вообще-то обидно. Ладно, давайте почитаем. Чудо, кого даете мне? Ну вот эту вот молодого старого. Бля, в очечах. Он прям на меня похож, бляха. Такой же прекрасный человек. Фури. Да. Мне сейчас это... кринжово будет это читать. Вы сейчас читайте, давайте. Да, кстати, ты сейчас читаешь, давай. Кто, я? Да. Да! Ты знаешь, я ничего не могу сделать. Я не могу вмешиваться. Ты и твои правила. Ты что, не понимаешь? Не идиот! Сначала, что? Вот где там сверху, я... А, я... Блядь, ты мне говоришь, в очечах за этого чела читать. Я чё, знаю, что ли, кто ты, блядь? Так это он говорит тут просто. А, это он! Ё-моё, ненавижу эти ваши комиксы сраные. Нихера не понятно, кто где говорит. Читай. Читай, нигер, читай. Я смуглый вообще-то, я не нигер. Ну читай уже. Я не понимаю. Подожди. Что-то я хуйню сделал. Ты прав, надо читать песть? Да. Ты прав. Ты не сдал меня. Ладно, ладно, ладно. Ты прав, возможно, слишком много думал об этих правилах. Я живу так один раз. Вот это другое дело, так бы сразу. Серьезно, так читать? Да. Что это еще за черт? Что за? Куда я пришел? Боюсь представить, что уже видосе будет. Если вы, конечно, что-то делаете. Мы это уже 12-ю часть отснимаем, конечно. 15-ю. Серьезно, у вас это целая серия? Летсплеев? Давай следующую страницу. Следующий, давай, мне интересный сюжет теперь. Ничего не понял, что прочитал, ну ладно. Почему следующий? Я еще не прочитал свою. А, ладно. У нас еще, эй, что это за черт? Эй, что это за черт? Что это еще за черт? Что за? Трысь, ты забыл, где я как-то это делаю? Забыл, что? Что за? Клара, она сказала, она исчезла, она исчезла. Это что ты делаешь? Ты куда поехал? Я поехал! Ты всех прохожих сбил! Мне плохо,
меня сердце болит, мужики, каре. Дайте мне уже свою честь, я заболеваю. Вова, все, мы расходимся. Он сразу, блядь, подождите. Он все в соло разыгрывает. Зачем ты меня забыл? Мое горло. Сука, у меня все лицо в слезах, блядь. Не плачь, мы тоже грустно. Господи! Смешарь, давай. Господи. Откуда ты знаешь мое имя? Как он может быть сильнее? Что это было? Видение? Один погибший, двое раненых. Господи. Я помню, когда это было. Когда я ее только встретил. И шо? Взаимно. Нет, блядь, я опять белый фурия, волк. Чем ты недоволен? Тем, что такой я не голый. Такой конфликт охуенный. Какая благородная жертва, а такой незначительной причины. Чмок. Не-не-не, мы не Джоджи Фадди, мы не Джоджи Фадди, нет. Хватит, я иду за ним. Крыша, да, это как будто я могу почувствовать ее. Ее мысль, она зовет меня к себе. Сука, нахуя ты это читаешь? Да мне нехуй читать, мой герой сдох уже, все. Я буду воровать, блять, не похер. Сигма. What the Sigma? Кто это? Это было совершенно излишне, неформал. Этот кейдер был неформал. Не понимаю, что ты хотел сделать, а ты маленький. Кому-то мы анекдот читаем. Так и есть. Кто это сказал? У меня мало времени. Слушай меня, Трейс. Откуда ты это сказал? Для того, чтобы освободить Флору, тебе необходимо добраться до неё. Да что ты ржёшь? Чё ты хочешь? Ничего хочу, не надо. Что? Очень. Ну блин, уйди, ну я сейчас занят. Ну я реально занят сейчас. Ну блин. Нельзя. Тут... Господи, ну он реально сейчас занят. Фури комикс это очень важно. Кто хочет? А? Кто хочет? Ну давай. Ну. Ну уходи. Давай. Да нет. Ну иди, ну пожалуйста. Ну посиди там в гостиной. Да. Не надо у меня в комнате сидеть. Не, покажи ему, покажи ему. Покажи, пусть сами почитает. Пусть его кто-то возьмет из героев, им понравится. Да. Не, я не буду читать, пока папа тут. Ты? Опять ты? Что ты знаешь? Да не буду я показывать. Покажи! Покажи! Он поднять ворота весом 900 килограмм. Но когда умерла его жена, он не смог ее поднять. Ебать, она жирная была. Камбэк, йоу! Парочку строчек, я пойду отсюда. Все, я не фурия. Ой, слава богу. Давай, читаю. Все, дочитываю. А че, где вы остановились? Я просто вайзка играю. Чим? Ой, фу, позор. Чего, блядь? Пустой диалоговое окно. Вот его читай. Пустое, ладно. Вон там, в середине. У тебя неплохо получается. Потому что, вот это я читаю. Да, давай, будь серьезным уже, а ну, мы тут серьезными делами заняты. Хорошо, хорошо. Потому что, если я смогу найти, блять, что? Дружный секс. Ера. Как читать? Давай, мурлыкай уже. Всё, тикаем нахуй. Потому что если я смогу найти тамплиера, который не умирает, тогда я... Мне приснился очень... Страшный сон! Выпивай!
Кажется, она вернулась в вашу комнату. Я позову ее. Дом. Надо было демофильскую пал... Это что сейчас было? Что Что ты сейчас сказал, Вова, Андрей? Ты сейчас мяукнул, я все слышал. Неправда. Правда. Паша, пошутите про пяточки. Нам нужно для третьей части. Нужна фотография пяточек. Ну, сегодня пяточки такие себе. Озвучим. Так себе.